Добро пожаловать в Бодега Сальтанса. Я Карлос Феррейро, винодел завода. Хочу представить вам наше вино из серии знаменитых испанских художников. Именно эта серия посвящена Сальвадору Дали. Вино изысканно оформлено. Вы видите, в деревянных футлярах находятся по три бутылки. На этикетках репродукции великих полотен Дали. Это ограниченный выпуск. Всего 14 тысяч бутылок каждого вида. Вино категории резерва, урожая 2004. Год был признан выдающимся регуляционным советом Риохи как выдающийся. Изготовлено из вина с наших собственных старых лоз, возраста более 50 лет. Выдержано 18 месяцев в новых бочках из французского дуба Альер и более 3 лет в бутылке. Давайте перейдем к дегустации. Цвет вина очень чистый, насыщенный, гранатово-вишневый. Аромат очень богатый, присутствуют древесные тона, выдержки в дубовой бочке, нотки кофе и шоколада, смешанные с легкими фруктовыми оттенками, особенно красных ягод, малины и крыжовника. Вкус очень глубокий, вино округлое, живое, послевкусие очень длительное. Роберт Паркер оценил это вино в 93 пункта из 100. Вино прекрасно сочетается с мясом, барбекю или изысканными деликатесами. Этим вином я бы советовал наслаждаться вместе с друзьями или в кругу семьи при температуре 16 градусов. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!